она где-то в этом поле. Зайди в мир зеркал! Всем привет, ребята! С вами снова я, Королева Мистики. А это значит, что сейчас будет очень страшное видео. Друзья, сегодня я решил сделать то, что очень и очень опасно. Не повторять. Как вы знаете, мы с Димой, кстати, меня снимает мой оператор Дима, нашли эти часы. Это необычные часы, это артефакт, один из проклятых вещей, которые приносят как беды, так и удачу. То есть, понимаете, этот артефакт работает на две стороны. Может открываться портал в будущее, в прошлое, он может запустить злых духов. Но самое интересное то, что эти часы напрямую связаны с Аннабель. Друзья, я думаю, вы знаете все, кто такая кукла Аннабель. Это тоже один из самых проклятых артефактов, с которыми лучше не связываться. Аннабель – кровожадная убийца, монстр, который по некоторым данным существовала по-настоящему. То есть жила-была одна семья, и отец занимался, ну, он делал просто этих проклятых кукол. Ну, вернее, он делал обычных кукол, как в один прекрасный момент, в один ужасный момент в одну из кукол селился демон. Это было на самом деле, и есть очень много подтверждающих факторов того, что действительно брали интервью у той семьи, которая, ну, существовала очень-очень давно, и все эти сведения, все эти интервью есть в интернете. Если вам интересно, можете посмотреть реальную историю про существование Аннабель и про эту семью. Очень много уже вышло фильмов, в которых даже говорят, что эти фильмы основаны на реальных событиях, и по-моему, они называются так же, как и «Проклятие Аннабель», так и фильмы «Заклятие», один из последних фильмов, которые уже вышли. В общем, короче говоря, мы решили с Димой поиграть, так сказать, со смертью. И мы решили призвать сегодня ту самую проклятую Аннабель при помощи этих часов. Я не знаю, что может получиться, потому что очень сильный демон сидит в Аннабель, в кукле Аннабель, очень сильный. С ним нелегко справиться, поэтому у нас здесь, конечно, кровь даркнетовская, которая помогает ослабить силу или полностью убрать жизнь демона из куклы. Также есть крест, которым можно, в принципе, хотя бы отпугнуть злых духов. И также есть зеркало, друзья. Зеркало поможет переманить или заточить хотя бы в потусторонний мир то существо, которое, возможно, придет. Ну и также я вас всегда прошу писать в комментариях нашумевший тренд, кто же все-таки круче, Simple Dimple или Pop It. Друзья, пишите в комментариях, и я буду эти комментарии обязательно лайкать. Ну а перед началом три ваших самых топовых коммента, конечно, я не забыла. Погнали! Раз, два и три. Тоже хочешь попасть по видео, прямо сейчас спускайся ниже в комментариях и пиши. Чем больше комментариев ты напишешь, тем выше вероятность того, что именно ты попадешь в мое видео, станешь популярным, друзья. А мы начинаем. Обряд достаточно сложный, поэтому я еще такого не делала, потому что у меня не было этого артефакта, не было этих часов. У нас образуется, ну, что-то по типу связи. Все эти артефакты я, друзья, начинаю. Аннабель, приди. Аннабель, приди. Аннабель, приди. Черт, ты видел это? Жесть. Что произошло? Часы. Они хотели разорвать связь. Они как будто бы двигались. Черт. Этот демон уже здесь. Этот демон здесь. Ладно. Хорошо. Сейчас я задам несколько вопросов. Аннабель, ты здесь? Черт. Что, кровь?
у меня из зубов пошла кровь. Черт. Что за чертовщина? Фу. У меня кровь из зуба. Жесть, ребята. Прекрати. Черт. Погоди. Нам нужно найти ее. Нам нужно найти ее и изгнать из нее демона. Тогда эта боль прекратится. Что произошло? Слушай, мне кажется, она явилась. Кровь. Ладно. Аннабель, где ты? Качели. Видишь, они качаются. Дим, смотри. Черт, Дим! Они еще сильнее стали раскачиваться. Аннабель, это ты? Блин, Дим, мне страшно. Ребята, это самый злой демон. Аннабель. Здесь. Ладно, нужно дотронуться до этих качелей, чтобы считать информацию. Чёрт! Я не вижу ничего! Я ничего не вижу! Ирина! Чёрт, она решила меня зрение! Ирина! Ты меня видишь? Черт, это сильный демон. Очень сильный демон. Нам нужно как можно скорее найти проклятую куклу. Аннабель. Черт, она где-то здесь. Она где-то в этом поле. Аннабель! Где она? Где-то здесь. Аннабель! Не подходи. Черт, да заткнись ты! Она общается со мной через мое же тело. Так может только самый сильный демон. Могила, Дим. Здесь могила. Ты думаешь, она здесь? Кто-то вырыл ее. Пустая. Она была здесь. Пустая могила. Внутри зло. Черт! Моя рука! Жесть! Моя рука, она горит! Смотри, что это? Что это за проклятые монеты? Смотри, проклятые монеты в могилу кладут только очень злым существам. Аннабель, черт! Аннабель. Это что? Жесть. Черт, пентаграмма, Дим. Черт, здесь что-то страшное захоронено. Это кукла. Мы ее нашли. Это Аннабель. О, жесть, ребята. Это Аннабель, она здесь, в этой могиле. Ирина, вылазь быстрее. Не могу, она держит. Вылази, сможешь. Черт, Дима! Давай руку! Здесь, помоги, вытаскивай! Здесь, отпусти меня, проклятая Аннабель! Черт! Черт, отпусти меня! Черт, оставь меня в покое! Господи! Подержи ее! Держи ее! Давай. Вынимай!
Вынимай. Раз, два, три. Что будем делать? Аннабель. Дима, это подстава. Это маска. Посмотри, это не та кукла. Она нас обманула. Это не та кукла. Просто на другую куклу одели маску. Другая Аннабель. Должна быть другая кукла. Черт. Аннабель. Блин, это не та кукла, Дим. Если мы не найдем настоящую куклу, мы будем прокляты. Мы все будем прокляты. Подожди, еще есть время. У меня есть идея. У меня есть идея. Но она очень опасная, Дим. Она очень опасная. Что, мне нужно надеть маску. Мне нужно надеть маску. Тогда я найду ее. Мне нужно надеть. Я должна рискнуть. Иначе нам всем будет плохо. Мы должны завершить обряд. Она я должна надеть маску. Тебя. Приготовься. Слышишь? Смотри. Так. Кукла где-то здесь. Маска. Мам поможет отыскать ее. Если что, вдруг. Смотри. Можно заточить ее в зеркало, когда я одену маску. Если она мне не покажет куклу, направь зеркало напротив меня и скажи: зайди в мир зеркал. Зайди в мир зеркал. Зайди в мир зеркал. Зайди в мир зеркал. Три раза. Держи. Сейчас я попытаюсь узнать у нее. Я знаю, ты этого хотела. Я знаю, ты хотела, чтобы я одела эту маску. Ирина, ты меня слышишь? Ты никогда не найдешь настоящей куклы. Ты будешь проклята. Слышишь? Зайди в мир зеркал! Зайди в мир зеркал! Зайди в мир зеркал! Зайди в мир зеркал! Ты будешь проклята! Зайди в мир зеркал! Черт! Ничего не получилось. Ладно, завершаем обряд. Так, она в зеркале. Зеркало нужно разбить. А, есть! Все! Черт! Где планшетка? Быстрее дай планшетку! Черт! Дух! Покинь этот мир! Дух! Покинь этот мир! Дух! Покинь этот мир! Прощай! Черт! Черт! Не знаю, правильно ли я сделала, что разбила зеркало. Она там! Она черт, там! Черт! Она